Любить родину. В селе Северное Иртышского района прививают школьникам военно-патриотические навыки. О необычном летнем лагере в нашем следующем сюжете. Разборка автомата. Приступить! В летнем военно-спортивном лагере «Сарбаз», который действует при школе имени Шоканова Алиханова, совместно с коллективом школы из соседней Омской области разработали и реализуют проект «Военно-патриотическое воспитание в условиях приграничного проживания». Здесь обучают школьников военным действиям, ведь на территории села Северной расположена пограничная застава Ертыс, 80% военнослужащих которой являются выпускниками этой школы. В основном это учащиеся нашей школы 8, 9, 10 классов. Также участвуют школы, ближайшие школы участвуют. Нужно сказать, что это дает свои плоды. Ежегодно выпускники нашей школы поступают в военные учебные заведения. Так, например, в том году двое выпускников, девушки нашей школы, поступили в высшую школу в город Караганды. В этом летнем сезоне лагерь посещает более 30 детей. Коллектив школы и ученики находятся на постоянной связи с Омской областью. Благодаря мобильной связи удалось даже вместе поднять флаги. И ученикам такое общение только в радость, ведь они видят достижения другой школы. И это мотивирует их улучшать свои навыки. Я приезжаю в этот лагерь, чтобы научиться защищать свою родину. В этом лагере проводятся спортивные мероприятия, и мы напрямую связываемся с пограничниками. Это все нам очень пригодится в будущем. Военная подготовка имеет важное значение для будущих защитников Родины. И именно работа таких лагерей позволяет обрести навыки службы и прививает чувство сплоченности и командного духа. Гаухара Кубасова, Юрий Белевский, Ертыс-Ахпарат из Ертышского района.